четверг в Самарской области облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем 6-10, тепла ночью плюс 1, плюс 3 градуса. Ветер переменный, западный, южный, северный, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани пасмурно, вечером возможен дождь, в дневное время плюс 7, ночью плюс 3 градуса. Ветер южный, скорость 1 метр в секунду. В Тольятти малооблачно, днем 6, тепла, ночью 3 выше 0. Западный ветер 1 метр в секунду. В Самаре ясно и без осадков, днем плюс 7 градусов, ночью 2 с плюсом и дождь. Ветер восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 58%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.